Встреча президентов России и Соединенных Штатов может состояться до саммита Большой Двадцатки в июле. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп более предметно обсудят темы, затронутые в ходе телефонного разговора в минувшую субботу. Напомню, это в частности борьба с терроризмом, Сирия, Иран, КНДР, а также урегулирование кризиса на Украине. Беседу Путина и Трампа сегодня прокомментировал и министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров со своим коллегой из Эритреи. По словам главы нашего МИДа, президентам России и США удалось выявить ряд сфер, где интересы Москвы и Вашингтона совпадают. Разговор был хорошим, я бы сказал, и в политическом, и в человеческом смысле. Разговор, который проявил взаимное уважение, стремление лидеров общаться без нравоучений, опираясь, это хочу особо подчеркнуть, на национальные интересы каждой страны. Из этого исходит президент Путин, из этого исходит президент Трамп. Они договорились продолжить работу и на уровне экспертов, и в рамках своих дальнейших контактов. Особо Сергей Лавров отметил возможности России и Соединенных Штатов в области борьбы с терроризмом. При наличии политической воли, сказал министр, они не ограничены. Но что касается военных двух стран, Лавров уверен, они смогут выработать конкретные меры.